Голос радости, голос веселья, голос невесты, голос жениха.
Святое имя, Ты на каждом месте. Где двое или трое собрались во имя Твое, Ты сказал, что Ты будешь посреди них. Ты будешь посреди народа Своего, Господь, восседать во славе Твоей. Господь, мы поклоняемся перед Тобой, мы славим имя Твое, превозносим, ибо Ты достоин, достоин, достоин. Спасибо Тебе. По милости и благости Твоей Ты собрал народ Твой. По милости и благости Твоей Ты простер руку Твою, Господь, чтобы исцелять, освобождать, давать надежды, Господь, делать новое в нашей жизни. Посему, Господь, пускай это время, время будет, Господи, благодарения, время будет словословия, время рассуждения, Господи, и время, когда мы познаем, как Ты благ к нам. Не стоит возвращаться в завтрашний день, вернее, вчерашний день, потому что вчера вы были совсем другим человеком. Вчера мы были другими, абсолютно. Даже если вы думаете, что вы не поменялись. Вчера вы были другими. По одной простой причине. Вы движетесь к вечности. На один день ближе. Итак, мы сейчас присядем, а наших детей приглашу сюда вперед. Как я уже говорил, нам это место не знакомо. И те места, или то... Та комната, которую хотели нам предоставить для детей, она сегодня занята, и мы не можем ее оборудовать и там что-то провести. Поэтому большинство наших детей, те, кто не останутся здесь, пойдут с нашими учителями в парк. Будет безопасно, я верю, что все будет хорошо, и мы за них помолимся. Все детки сюда, сюда, сюда. Мы, как верующие люди, протянем к ним наши руки, благословим. Амин. Авину Шебашимаем, Отец Небесный, благодарный Господь за наше наследие. Те, которые здесь, то отдыхают, то, может быть, у бабушек и дедушек, Господь, лето, оно благоприятное для всех. И мы знаем, что, может быть, последние несколько недель, так и хочется где-то поехать, пойти на море. Мы знаем, что хочется погулять. Но, Господь, мы благодарны, что до сегодня Ты нам помог. Ты дал нам наше наследие, потому что Ты благой Бог. Мы просим, благослови их, сохрани их, направи, Господь. Учителям дай мудрости и родителям терпения, чтобы, Господь, наставлять детей, юношей, пути их, в Торе, в Слове Твоем, Господь, когда они вырастут, они не отойдут в сторону. Мы благословляем их именем Бога Авраама, Ицхака и Якова. Амин. Амин. Пока будет немножко шумно, еще раз хочу сказать добро пожаловать в еврейскую мессианскую общину Ор ха-Машиах. И те,
друзья, которые пришли к нам в гости по причине свадьбы, вы ее запомните. Я понял, что вы уже запомнили, потому что где-то так оно в круг потанцевать, хора такая, да, там. Ну, нормально, пока там чуть шумно. Мы являемся еврейской мессианской общиной Орха Машиах, которая находится в Одессе. Насадил ее Господь, дал возможность другим людям присоединиться, где евреи и неевреи служат Богу Авраама, Ицхака и Якова. В этой общине, я верю, исполняется то, что сказано было в Новом Завете, что стену, которая стояла между народами, Мессия разрушил собственным телом. И непримиримая стала примиримым. Вы знаете, это нормально. Кто-то приходит к Богу по-разному. Мы об этом будем говорить. Но суть в чем? Где-то была ненависть, недоверие. Может быть, и сегодня в этом мире есть недоверие, свое выражение, свое высказывание, но в Мессии непримиримое становится примиримым. То, что ненавидимое, становится любимым. И я верю, что это так. И поэтому добро пожаловать в общину Орха Машиах. Я больше скажу так. Многие люди говорят о том, что вот с падением коммунизма в страну хлынуло всякое рода вероисповедание, и тому подобное. Что мессианский иудаизм, как бы некоторое состояние, был импортирован из-за границы. Знаете, мы все из-за границы. Или нет? Потому что мы здесь на земле пришельцы. Мы на время приходим сюда, мы живем здесь, да, а потом в вечность уходим. Я хочу сказать, что в 1903 году Леон Розенберг приехал в Одессу и начал первую еврейскую христианскую общину. И она была у нас на улице Кузнечной, 23, где находилось примерно 250 человек. За 20 лет почти существования, пока коммунисты не уничтожили в основном всю общину, было много работы сделано. И мы считаем, что продолжаемость его работы, она как история, которая до сих пор еще пишется и пишется всеми теми верующими евреями в Иешуа Мессии, которые пришли к Богу, и это важно понимать. Поэтому мы здесь не новички на еврейском квартале. Есть итальянский квартал, а вот есть еврейский квартал, который тоже со своим колоритом. Сегодня у нас еще отрывок Торы, как всегда в любой синагоге есть отрывок Торы. Поэтому перед тем, как мы будем комментировать или цитаты брать из Торы, мы не будем читать ее на иврите, потому что большинство из вас ее не поймут. Поэтому, избегая недоумения и тяжести в ногах, мы сделаем очень просто. Мы встанем наши ноги, сделаем благословение перед чтением Торы, и у нас есть комментарии. Шаббат шалом, дорогая община. Давайте помолимся. Барух ата Адонай, Элогейну мелех ха-олам, ашер бахар бану миколь амим ва-натан лану эт Торато, барух ата Адонай, нотен ха-тора. Благословен ты, Господь Бог, наш Царь Вселенной, избравший нас из среды народов и даровавший нам свою Тору. Благословен Господь, дающий Тору. Амен. Нынешняя недельная глава называется «Рей». Буквально переводится «смотри». Эта недельная глава начинается с такой фразы. «Смотри, я предлагаю вам ныне благословение и проклятие». Я когда начал читать эту недельную главу, у меня сразу возник вопрос. Кто может показать мне благословение и проклятие? Обычно мы это предполагаем как нечто высказанное словом, которая потом каким-то образом воплощается в жизнь. Тут странная постановка вопроса. Смотри, не слушай, я предлагаю тебе, да? А смотри. И можно предположить, что, собственно говоря, благословения и проклятия, которые были предложены Израилю, их можно было таки увидеть. И вы знаете, действительно существует как бы, ну, такой взгляд на этот вопрос. Вот слышали наверняка такую фразу, там, любимчик Бога или любимчик богов, да,
это проклятый человек, там, небесами проклятый или как. Ну, то есть вот мы смотрим на человека, и как будто бы мы знаем уже, он благословен или проклят. И вы знаете, действительно, для Израиля были установлены именно такие законы, исполняя которые, вот было очевидно, исполняет Израиль эти законы или нет. Но если мы посмотрим, собственно, на всю историю Израиля, вот от исхода из Египта и до прихода Иешуа, до разрушения второго храма, то мы можем увидеть разные периоды, периоды и послушания, периоды бунта. И мы можем увидеть, что в периоды бунта народ вроде бы как благоденствовал, да? Если мы возьмем хотя бы вот книгу пророка Исаии, начало, мы видим, что народ богат, у народа изобилие, народ приносит жертвы, обильные жертвы, но Бог этим недоволен. То есть он явно показывает, что послушайте, вы идете не в том направлении, и меня это не устраивает. Так как же, собственно говоря, вот отнестись к этому? Можно ли действительно по взгляду на человека определить, благословен он или проклят Господом? Я хочу процитировать просто одно место из Нового Завета. Это послание к евреям, 11 глава. Там достаточно большой такой отрывок, я его весь читать не буду. С 32 стиха. «И что еще скажу? Не достает мне времени, чтобы повествовать о Гидеоне, о Вараке, о Самсоне, о Иефае, о Давиде, о Самуиле, о других пророках, которые верою побеждали царство, творили правду, получали обетование, заграждали уста львов, угашали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих, жены получали умерших своих воскресшими». И вот все, что только что перечислено, можно сказать про этих людей, они были успешны, они были благословенны. Но дальше список продолжается. «Иные же замучены были, не приняв освобождения, дабы получив лучшее воскресение. Другие испытали поругание и побои, а также узы и темницу, были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в милотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления. Те, которых весь мир был недостоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли. И все сии, свидетельствованные в вере, не получили обещанного, потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства». То есть мы видим, что благословение в жизни человека оказывается внешне глазами однозначно определить просто невозможно. Потому что посмотришь на человека из первой части списка, да, благословен. Посмотришь на человека из второй части списка, проклят. Но Писание говорит, что это были те, кого весь мир был недостоин. И вы знаете, какой я для себя интересный вывод сделал? Знаете, однажды я в проповеди услышал такую интересную фразу, она меня зацепила. Хочешь идти быстро, иди один, а хочешь идти с кем-то, будь готов идти медленно. И это действительно, как мы видим из этого отрывка, вот как сказано, потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они, вот все те, кто были перечислены, не без нас достигли. Понимаете? То есть Бог, собственно говоря, ожидает, что мы все придем в единство веры, что мы все действительно достигнем какого-то определенного духовного совершенства, которое в конечном итоге действительно выразится его внешним. Как написано, что Бог говорит, что я покажу разницу между служащим и неслужащим. То есть эта разница, она действительно в какой-то момент будет очевидна. Мы просто должны понимать такой простой момент, что когда человек или народ входит в благословение, приходит время, когда это становится видно всем.
Но если в этом благословении человек ожесточает свое сердце и отворачивается от Бога, он, собственно, в тот момент, когда отвернулся от Бога, принял просто вот неправильное направление, он уже, собственно говоря, проклят, то есть отделен от Бога, потому что он принял такое вот решение в своей жизни. Но еще не все так плохо, потому что он только-только делает первые шаги на этом гибельном пути. Это знаете, как со здоровьем. Вот везде написано, что курение вредит для здоровья. Курильщики что говорят? А я не спешу умирать. То есть это медленная смерть, я не спешу умирать. И проявляется это на самом деле с годами. Вы знаете, я вот сейчас вспоминаю, сколько было предупреждений в мою жизнь от дедушки с бабушкой, от родителей, от других взрослых или старших людей. Предупреждали, не делай этого, делай это. Я, да ладно, что, все нормально. Ну, пока проносило, будет проносить всегда. И вы знаете, если бы я в свое время прислушался, то сейчас бы многих проблем и со здоровьем, и вообще по жизни избежал бы. Потому что на самом деле переход от благословения к проклятию и от проклятия к благословению всегда занимает время. Это всегда расстояние и изменения происходят постепенно. И наказания, которые приходят за наш грех, они тоже реализуются в нашей жизни. Ну, иногда, знаете, вот бывает так, что вот говорят, Бог палкой не бьет. Знаете, может и палкой ударить, если понадобится. Все для нашей пользы. Как бы я просто все это говорю к тому, что вот несмотря на то, что вот глава начинается с того, что вот смотри, на самом деле смотреть нужно не только глазами. Потому что если мы вспомним, когда Авраам расходился с Лотом, и Авраам предложил Лоту выбрать налево или направо. Авраам предложил, выбирал Лот. Написано, что Лот посмотрел. Он смотрел глазами, физическими глазами. И сделал неправильный выбор. То, что осталось Аврааму, собственно, было то, что ему было обещано. То есть для взгляда Лота это было скрыто. Он не увидел благословения в том, что, собственно, досталось Аврааму, то, что он проигнорировал. Ева в Эдемском саду посмотрела и захотела, вот увидела и захотела глазами, не руководствуясь заповедью, которая была дана, а глазами посмотрела, увидела, захотела. Все, ей понравилось. Поэтому, знаете, как написано, не видел того глаз, не слышало того ухо, не приходило то на сердце, что Бог приготовил любящим его. А нам Бог открыл это Духом Своим, ибо Дух все проницает, и глубины Божьи. Поэтому, братья и сестры, дорогие, давайте мы будем по жизни руководствоваться не своими глазами и ушами, а тем, что действительно говорит нам Дух Святой. Потому что Писание говорит, что водимые Духом Божьим суть дети Божьи. Спасибо большое за внимание. При всем том, что у нас сегодня праздничное такое собрание, у нас хупа, у нас свадьба, это не меняет сам ход служения, который у нас есть. Мы его сокращаем по причине жениха и невесты, по причине гостей, которые пришли, чтобы получить радость, получить удовлетворение в том, что будет видеть прекрасную пару. И все же, как рабей, как служитель Божий, я все равно хочу предоставить нам возможность поговорить. Чаще всего люди видят любой повод в торжестве, как повод поговорить о спасении. Особенно среди верующих людей, которые знают, что Бог благой, милостивый, и пользуются возможностью такой, как свадьба, сказать благую весть. Многие привыкли к этому. И поэтому для нас это не исключение. Не исключение тем, чтобы поделиться благой вестью, потому что каждый раз, когда мы делимся о Боге, мы предоставляем добрую весть. Добрую весть, что каждый из нас может, осознав свои пути, раскаяться, обновить свои отношения с Ним и изменить будущее. Потому что вчера, как я уже говорил, ты не можешь изменить. Вчера ты был совсем другим человеком. Сегодня 11 августа, как мы уже сказали, мы в новом месте, и все бы ничего, если бы не все те обстоятельства, которые
окружают нас. В прошлую субботу мы были буквально на первом этаже, где-то там, в этот раз мы же здесь. Через буквально, надеюсь, не больше 5 недель, мы перейдем на ту сторону улицы. Как еврейский народ блуждал по 40 лет по пустыне, надеюсь, что этого не случится с нами. Хотя уже за 15 лет существования общины мы уже 9-й раз переезжаем. Знаете, как поднялась шехина, да, и переместилась. Кто не успел, тот больше не пришел на собрание, да. То есть, так оно бывает. Каждый раз, когда мы переезжали, я помню, когда мы только начали общину, следующая улица у нас, на Троицкой, там дом пионеров был такой маленький, и когда мы дошли до 100 человек, там же не помещались, мы решили поменять наше место расположения. И нигде не могли найти, кроме любимой молдаванки, где, по нашему мнению, осталось еще много-много подпольных евреев. И к большому удивлению мы переехали туда, и мы половину людей просто потеряли по дороге. То каждый раз, когда мы перемещаемся, у нас есть такая тенденция, как у еврейского народа, где-то забываться и потеряться в пустыне. Но все равно. Мы часто, как верующие люди, общаемся с другими, может быть, подобные нам, кто имеет какую-то философию, где мы пытаемся поговорить о бытии, о мироздании, потому что это наша сущность. Мы часто это делаем, да? Особенно, если это возможность с человеком, который, например, не знает о Боге, не знает, кто такой Иисус Христос или Иешуа Гамаши, как мы его называем в еврейской мессианской общине. Так называла его мама Иешуа, а Гамашиах – это значит помазанник. И мы пытаемся с ними говорить о сущности бытия. Мы говорим о том, что оставим свою точку зрения, во что мы верим. И как вы увидите, Хупа является идеальным примером любви Бога к человеку и Мессии к его общине. Итак, многие люди, приглашенные здесь, имеют личное отношение или мнение о самой личности Иешуа или Иисуса. Поэтому я не буду спорить о мнениях. Я не буду говорить, кто он и что он, но хотел бы сказать другое. Люди всегда спорят о его божественности, его предназначении, кто он и что он. Я сегодня дам необычную тему для всех нас, но необычную для множества людей. Необычную почему? Потому что когда мы говорим о бытии, о мироздании, у нас всегда существует много мнений. А где 2 еврея, там всегда 5 мнений. Вы понимаете, да? И ты прав, и ты прав. Не может быть 2 человека правы, и ты права. Милая, да? Так мы всегда говорим, где 2 еврея, там всегда 5 мнений. Но мы о чем иногда спрашиваем, люди спрашивают, те, кто любит кошек или собак, да, вот особенно, очень-очень любят животное, там, кошечка или там собаки, да. Кто-то детей смотрел, все собаки идут в рай, да, такой есть мультик такой. Вопрос тогда, сотворил ли Бог особенное место, как так называемый животный рай? Есть ли он? Люди начинают спорить. Если мы так сильно любим этих детей, наших близких, родных, кошечек, так далее и тому подобное, значит, должен там быть еще тот рай. Ну, к большому удивлению, узнаем тогда, как попадем. Да? А потом есть такие мнения, какие так интересуют многих людей. По причине разного мышления о том, сколько или разве Иисус, Иешуа, единственный путь к Богу? Ведь есть множество путей. Множество путей. И у некоторых существует такое мнение, потому что как-то так страшно на небеса попадать. Почему? Потому что вопрос следующий, особенно это касается разговора мужчин, когда разговаривают, они такие немножко напряженные и спрашивают они такие иногда, а секс на небесах будет? Или только для избранных девственницы? И ты понимаешь, что у людей совсем другое мнение о небе и так далее. Я понимаю, что сейчас люди не привыкли к такому, как бы, подаче такого Евангелия, где мы прямо разговариваем. Ты хочешь сказать, люди говорят, что Иисус единственный путь к Богу и попасть на небеса, на пир? Есть множество путей. Попасть в рай без принятия Иисуса, вообще как бы это нелогично. Может быть, еще другие, кто
мог бы предоставить нам этот путь. Разве он только один, кто предоставляет вечную жизнь? Последнее время многие социологи делают опросы населения, особенно, знаете, среди верующих людей. По большому сожалению, к моему большому сожалению, потому что учась в семинарии, я преподавал по всему миру, я понимаю, что у людей в последнее время, особенно с развитием интернета, существует очень много мнений о том, как должно быть и что должно произойти. Даже среди протестантских общин на вопрос, кто такой Иисус, и о его позиции, стоит неадекватная реакция. Ты спрашиваешь, кто он, и они не могут тебе объяснить иногда. Многие говорят, что Иешуа, как по-еврейски называла его мама, не единственный путь, потому что наслушались всего того, чего не нужно слушать. Даже христиане сегодня не уверены в том, что он единственный, через которого можно спастись. Они начинают думать о законе, о Моисее, о других каких-то пророков, о каких-то других книгах. Друзья, хочу сказать, что мы не правы, когда мы думаем, что есть еще другой путь. И вообще, кто прав, кто виноват? Вот в чем вопрос, да? Вот в чем вопрос. Кто прав? Как быть уверенным на все 100% в выборе вероисповедания? У каждого из нас, может быть, стоял этот вопрос, или же во время разговора кто-то говорит, дай мне 100% залог того, что я буду с Богом, и почему твоя вера является 100% или 100% гарантией в отношениях с Богом. Как могут миллионы буддистов или мусульман идти в ад? Даже можно сказать, чуть ли не миллиард. А если буддисты или индуисты, или буддизм, индуизм, является большей половиной мира этого, с чего это христиане взяли, что Христос является единственным примирением с Богом? Если вы так думаете, а я знаю, что есть люди приглашенные, имеют свое мнение, то возможно поговорить об этом. Можно поговорить о том, что сколько путей или сколько дорог у Бога к Богу. Давайте поговорим об этом. Существует мнение, что все религии учат практически об одном и том же. И чаще всего, даже вы проезжаете возле новых построенных мечетях или же других местах, где говорят «Бог один». Бог один. Или я проезжал недавно, возле другой мечети написано, ислам – это религия народов. И там ислам – это религия мира. В сущности, все религиозные учения или же движения, практически они все сформированы на выводе, в таком атеистическом коммунизме, который перекочевал к нам из прошлого. Что я имею в виду? Они говорят о том, что этика, мораль, миролюбие лежит в основе большинства религиозных течений. Я думаю, что Маркс был прав. Религия – это опиум для народа. Но личные отношения с Богом он не включает в эту рамку. По этой причине многие видят в этом сложность бытия. Но важная часть различия в том, что когда мы говорим об личности самого Спасителя, Иешуа Мессии или Иисуса Христа, там начинается самые большие дебаты. Да, в действительности большинство религий, они в основе своей имеют мораль, этику,
миролюбие. Большинство знаменитых религиозных личностей в истории обращались к своим адептам, говорили им следующее. Я хочу сегодня зацитить то, что, во что я и то, что мы верим. Они говорили: следуй за мной, и я покажу тебе, как найти истину. Чаще всего, и это существует даже в протестантских церквях, эти неправы, у них нет истины, давайте приходи ко мне, я покажу тебе настоящую истину. Тот же подход. Большинство, как сказал, знаменитостей в религиозном мире прошлого и настоящего, они говорят так: следуй за мной, я покажу тебе, как найти эту истину. Иешуа же говорит в Евангелии от Иоанна, 14 глава, 6 стих. Иешуа сказал им: я есть путь, истина и жизнь. Он не говорит: я покажу тебе, как примириться с Богом. Он говорит: я есть. Я. Другие говорят: следуй за мной, покажу тебе, как спастись. Иешуа говорит, Иоанна 17, 3 стих: «Сия же есть жизнь вечная, да познают тебя единого истинного Бога и пославшего тобою Иешуа Мессии». 1 Иоанна 5, 20 стих: «Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет, разум, да познаем Бога истинного и да будем истинным Сыне Его, Иисусе Христе, Иешуа Мессии. Сей есть истинный Бог и жизнь вечная». Говорят: я покажу тебе, как спастись, а Иешуа говорит: я есть спасение. Даже его имя с иврита означает спасение. Он говорит: я есть спасение. Они говорят: следуй за мной, я сделаю тебя светом. Ты прозришь, ты будешь сиять, ты очистишь свои мозги, разум, ты будешь видеть небеса. Иешуа говорит, Иоанна 9 глава, 5 стих: «Доколе я в мире, я свет миру. Следуй за мной, и тебе откроется множество дверей, путей. Откроется множество этих дверей, которые ты познаешь Бога». Иешуа делает это очень узким, отвечая: «Я есть дверь. Кто войдет мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет». Если всмотреться в религиозные основы большинства религиозных сообществ, ты сможешь заметить постоянные законы, обрядности, правила, приношения, изнурения для умилостивления их богов, множество ограничений какими-то обязанностями, чтобы расположить богов к тем, кто их ищет. Но в личности Иешуа открывается Бог, который снизошел к человеку. Большинство людей понимает, что есть кто-то там на небесах, с которым нужно иметь мир. И как часто говорят у нас в Одессе: у тебя должно быть все хорошо, или у тебя должно быть шоколаде с Богом, да? Только человек пытается достичь, потому что понимает, что необходимо примирение. Но в данный момент Иешуа о своей личности прямо говорит: «Я в них, а ты во мне. Да будет совершенный воедино, и да познает мир, что ты послал меня. Не они потянулись ко мне, а ты послал меня к ним». Иоанн, когда видел Иешуа, говорит: я не знал его, но до того пришел крестить в воде, чтобы он был явлен Израилю, чтобы Мессия был явлен Израилю. Слово стало плотью, обитал посреди нас. В Танахе есть нечто, что предостерегает нас от ложных богов. И выразил это Иеремия: для чего мне ладан, который идет из Савы, и благовонный тростник из дальней стороны?
Всесожжения ваши неугодны, жертвы ваши неприятны мне. Потому что Бог уготовил что-то лучшее. Послание к евреям, 10 глава, 5 стих. «Посему Мессия, входя в мир, говорит, жертвы и приношения ты не восхотел, но тело уготовил мне». Я хочу, чтобы вы понимали, во что мы верим. И является ли Иисус этим единственным, через которого может быть примирение с Богом? Сегодня я заявляю вам прямо, да. И послание к евреям, 10 глава, 8 стих, сказав прежде, что ни жертвы, ни приношения, ни всесожжения, ни жертвы за грех, который приносят по закону, ты не восхотел и не благоволил, но приготовил тело для того, чтобы Бог пришел и спас мир. И все же, делая непоправимые вещи, мы чувствуем себя отдаленными от Бога, и это мы конкретно понимаем и ощущаем. Это называется грехом, когда даже человек, который не знает Бога, он делает что-то неправильно, и он чувствует что-то неправильно по отношению к человеку и Бога, и это называется грехом. Посему Исаия, один из пророков израильских, говорит, но беззаконие ваше произвели разделение между нами, вами и Богом вашим. И грехи ваши отвращают лицо его от вас, чтобы не слышать. Я обращаюсь сегодня ко всем вам, ко всем верующим, чтобы мы имели твердое основание не в наших дебатах, а в нашей жизни, в кого мы верим. Иешуа сказал следующее. Иоанна 19 глава 30 стих. Иешуа, вкусив уксус, сказал, совершилось. Преклонил голову и предал свой дух. Есть большая разница. Предоставляемая возможность многим религиозным лидерам говорить о том, что есть примирение с Богом, что да, ты чувствуешь себя плохо, по этой причине тебе необходимо что-то сделать. Тебе нужно принести жертву, тебе нужно читать или поститься, тебе нужно сделать что-то, чтобы Бог тебе благоволил и, наверное, возможно, где-то Он простит. Но Иешуа сказал, свершилось. Когда они говорили, что нужно что-то сделать, Иешуа сказал, тебе ничего не нужно сделать. Это уже совершено. 14 глава Иоанна, 9 стих, Иисус сказал ему, сколько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп, видевший меня, видел Отца. Как же ты говоришь, покажи нам Отца. Если мы знаем, кто такой Иисус, Иешуа наш Машиах, тогда мы понимаем, что то, что сделано было на Голгофском кресте, уже совершилось. И те, которые говорят, что тебе нужно что-то сделать, наверное, не понимают, что есть один путь. Я вам расскажу разницу между сделать и сделано. В зеркальной притче двух, по-человечески говоря, лидеров, притча, которая рассказывает Иешуа о блудном сыне. Каждый из вас помнит, да? Но не каждый знает, что зеркальной притчей у Будды был также тот же блудный сын, который ушел от отца, взял свое имение, вернулся обратно. Разница между двумя не потому, что они похожи, а разница в том, какой был исход, чем она закончилась, эта притча. У Будды возвратившийся сын потом ушел, чтобы отрабатывать или же заслужить то прощение, которое он получил при возвращении. Он отрабатывал это прощение, пытаясь угодить и показать, насколько он доверяет и как он может страдать ради того, чтобы вернуться домой. В притче о возвращении блудного сына к отцу совсем другая история. Отец закатил пир и ни разу не сказал, что ты мне должен. Он был рад, что он вернулся. Был мертв и ожил. Есть разница. Поэтому Иешуа является единственным, через кого можно познать Бога. Вы можете думать, что все религии одинаковы. Возможно,
Вы имеете это право. Как я уже сказал, большинство из них ориентируется на то, чтобы Бог один. Но каждый имеет свой путь. Я вам скажу честно, я смотрю много дебатов и иудеев. Вижу дебаты и мусульман с христианами. У них есть свой аргумент, который имеет право быть. Но вы знаете, я скажу одну вещь. Бог у нас не шизофреник. Чтобы часть земли дать одну религию, дать другим другую, конфьюз такой принести и сказать, все равно ко мне все придет. Тогда зачем вообще верить? Если вся земля и все, что на ней, мы живем или умираем, и вся Господня, то зачем тогда и вера вообще нужна? Если Он каких нас сотворил, так и пускай принимает. Но здесь говорится о всем другом. Например, в индуизме говорят о том, что есть множество богов. И они базируются на том, что есть множество богов, свои боги. У каждого свой путь. Ислам отрицает Иешуа как Бога. Также иудаизм. А Будда вообще не верил в Бога как такового. И в истории Иешуа говорит слова, которые, наверное, прямолинейны. То, о чем он заявляет о себе. Опять говорит Иисус к народу и сказал, «Я свет миру. Кто последует за мной, тот не будет жить во тьме, но будет иметь свет жизни». Иоанна 11, 25 стих. «Я есть воскресение и жизнь». Верующий в меня, если умрет, оживет. 14 глава 6 стих. Я есть путь, истина и жизнь, и никто не приходит к Отцу, как только через меня. Все эти комментарии весьма прямолинейны. Он жестко ставит все на свою позицию. Других путей нет. Друзья, других путей нет. Абба пытался сделать нечто, называется законом, чтобы каким-то образом показать свою любовь к народу, чтобы тот народ, который пал от Адама, смог вернуться к праведности. Этим он заявляет, что только он является тот путь. У нас есть выражение, когда люди что-то не хотят сделать, да, особенно когда дети не хотят что-то делать, вернее, хотят что-то сделать, а мы как родители говорят «нет». Но выражение такое – только через мой труп. Когда мы хотим достичь Богу, Бога вообще, хотим сделать то, что всем другим не нравится, да? А Иисус говорит, только через мой труп, друзья. Другим путем не будет. Только через меня. Многие люди воспринимают Иешуа как одного из великих людей своего времени. Говорят, действительно, он был хороший раби. Вы сегодня книги почитаете и раввинов, которые, современных раввинов, которые делают комментарии, и вы прочитаете простую вещь. Они скажут, что Иисус, Иешуа из Назарета, они не называют его Иешуа, а называют Иешуа, он был настоящим иудеем. Он чтил Бога, чтил законы. Он был правоверный. Но когда касается его личности как Бога, здесь уже идет проблемы. Воспринимают его уникальным учителем, пророком или целителем, но очень болезненно воспринимают его позицию как Всевышнего. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Да? Вначале оно было у Бога, с Ним, обитала в Нем полнота. И в один момент это Слово пришло и одело плоть. Вы скажете, как это возможно? Знаете, я, когда разговариваю с иудеями, они мне говорят такие какие-то, знаете, вот интересные вещи, правильно говорят. Говорят, ты, мы понимаем о Мессии и так далее, о пророчестве, о том, что он должен прийти, но ты не тот, кто на самом деле верит, что он родился без секса.
Тут, то типа, непорочное зачатие. Я говорю, давай задам тебе вопрос, как к любой иудею, знаете, вопрос на вопрос. Я ему говорю, а вообще ты как бы веришь Танахе в начале, где написано «в начале»? Барашит. В начале Господь сотворил небо и землю. Чем Он их творил? Ты веришь, что словом? Вот взял Бог и слово сказал и сотворил. Говорит, конечно, я верю. Это же Танах написано. Я говорю, ты понимаешь, что ты говоришь? Захотел Бог, сказал, и слово стало плотью. Они замолкают. Если ты веришь, что Бог всемогущий сотворить всю землю, всю вселенную, Он могущий сотворить в чреве то, что нам может быть непонятным. Для нас природное. Луки 9 глава 20 стих. Он же спросил их, а за кого вы почитаете меня? Каждый из нас может спросить. И я спрашиваю вас, за кого вы почитаете Иешуа из Назарета? Конечно же, Петр сказал, за Христа Божия, то есть за Мессию. Хочу сразу сказать, нам нужно определиться. Нам нужно определиться в своем сознании. Если он человек, то тогда он весьма божевольный, да? Сумасшедший. Потому что то, о чем он учит, если вы почитаете его учение, то, о чем он нас как бы подталкивает к чему, оно не подлежит логике нормального человека. И то, что он сделал на Голгофском кресте, не подлежит логике по-человечески. Зачем это ему нужно было? Зачем? Просто. Я понимаю, когда муж отдает жизнь за свою жену, говорит, беги, милая, я остановлю этот поезд. Может быть, когда во время войны люди отдавали свою жизнь, спасая десятки людей. По причине, чтобы просто остановить врага. Но в учении Иешуа, если он человек обыкновенный, да, тогда нет логики. Причина его смерти, причина самостоятельного или добровольного сдачи, добровольного страдания, добровольно лечь на крест и умереть. Нету логики. Но если он Бог, оставивший красоту неба, обнищал ради нас, воплотился в сущность человека с целью искупления человечества, не даже ради учения или каких-то чудес. Он не пришел ради чудес. Он не пришел ради того, чтобы учить и научить. Он говорит о том, что я исполнил все то, что написано в Танахе. Он пришел с одной целью – примирить нас с Богом. Хорошо. Если мы определились, что Он единственный во Вселенной, и нет других путей, а это мы так понимаем, что если Он эксклюзив Божий, единственный план примирения с Ним, тогда мы стоим очень твердо, правда об этом? Но звучит это весьма категорично и даже фанатично в нашем лице, а иногда это даже очень похоже на сектантство. Я скажу вам, будьте тверды в вашем понимании. Возможно, в мире толерантности, когда мы имеем, как мы говорим, политически быть корректным, мы можем использовать другой слоган, что Иешуа, наверное, наилучший выбор Божий был. Мы можем так сказать, но нет. Мы категорично заявляем, что Он единственный, да и сам Он себе говорит, что Он единственный путь. Просто я хочу спросить вас, кто из великих начинателей религиозных движений, то ли это буддизм, то ли это может быть индуизм, или же мусульманство, я ни в коем случае не хочу унизить их вероисповедание, потому что даже
Мусульмане говорят о том, что Иса, Иисус, истинно это Мессия, которого его ученики возвели в ранг Бога. По этой причине Бог забрал его на небеса в плоти, но когда он вернется как, ну, как бы царь и будет всех судить. Понимаете, да? Сущность Бога, божества в нем они исключили. Один из примеров. Кто из этих людей предложил свой вариант любви? Кто из этих людей умер, а более того, воскрес для нашего оправдания? Очень часто рождаются дети с желтушкой такой, да, большинство, каждый ребенок. Но если так, он немножко чересчур желтенький, да, такой, не похож на это самое, на всех остальных, скажу так, молодые родители сразу идут в панику, падают. Желтый, худой, будет ли его человеком? Вообще, станет ли он человеком? Истина, знаете, в чем? Доктор приходит и говорит, вы не переживайте. Ну, это не к смерти. Но что нужно сделать? Ребеночка нужно просто поместить под сине-белые, что? Лучи, лампочку. Все, что нужно сделать, положить его под лампу. Но если родители немножко сомневаются в терапии доктора, и он говорит, это единственный путь, как это сделать, единственный путь. Вы скажете, да, и все будет нормально. Но если вы сомневаетесь, вы скажете, а витамином ему надо давать, дайте давать витамином. Мама будет кушать все подряд, витамины и давать ребеночку. Да, там пройдет немножко время. А давайте его компрессорами отбелим его. Может, станет легче. Может быть, но дольше. Знаете, когда доктора говорят о том, что это единственный путь, что и самый безболезненный, просто ему не хватает, то есть лучей солнца, и все пройдет. И проходит у одних за 2-3 дня, до месяца это происходит. Услышьте меня. Мы с вами имеем это состояние несовершенства. Мы рождаемся в этот мир с пороком, рожденный от Адама, да? Мы переходим в этот греховная природа к нам. Нам нужна терапия, которая называется свет Божий в лице Иешуа Мессии Евангелия. И Бог говорит, послушай, тебе все, что нужно, встань в этот свет. Иешуа говорит, я свет миру. Я свет миру. Ты подумаешь, может быть, добрыми делами я проложу тебе дорожку в рай. Мы можем верить, что эти черты характера, с которыми мы родились, это от Бога, и поэтому зачем все менять? Потому что если он мой Творец, значит, он должен принять меня, каким есть. Римлянам 3:23 говорит, потому что все согрешили, лишены славы Божьей. Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человека, потому что в нем все согрешили, в Адаме. Делая добро или не делая зла, не способствует нам принять, вернее, приближение к Богу. Делая добро или не делая зла, не помогает нам приблизиться к Богу. Религия не дает тебе мира с Богом. Как я уже сказал, правильно было сказано, религия – опиум для народа. Членство церкви или принадлежность к какой-либо одной или другой религиозной секте, догмы, классы для подготовки к членству, обрядность или традиции не смогут дать тебе билет в рай. Не смогут, друзья. Все то, что мы дальше делаем после принятия Мессии, является нашим утверждением и заявлением моего решения. Без принятия и веры в Иисуса как личного Спасителя, единственного ответа для человечества, невозможно иметь гарантийного места за столом в Царстве Божьем. Невозможно. Деяниям 4:12. Ибо нет другого имени под небом данного человеком, которое должно было бы спастись. Нету другого имени.
А если бы были бы возможны принятия других путей, тогда зачем Богу нужна была жертва? Вы слышите, если там был какой-то еще путь, если там была какая-то возможность, поверьте мне, Евангелие говорит, что «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал своего Сына». Какого? О, любимого Сына. Другими словами, Он отдал самого себя то, что больше всего любил. Вы скажете, где-то не кажется ли вам, Ребе, что вы как-то так, здесь Бог Отец, есть Сын и так далее. Знаете, я прочитаю дальше несколько вещей, которые очень важны. Ответьте мне на несколько вопросов. Если человек умер и воскрес, кто воскресил его? Медики, которые приехали на скорую помощь, зарядом 10 тысяч вольт, хлоп, возвратили его обратно. Или через время он умер, и через время Бог делает что-то, и он воскресает. Бог делает воскресение. Но интересно, Иешуа говорит, я того воскрешу последний день. Здесь на земле его была функция жертвы за нас. На небесах не только ходатай, но и исполнитель того, что невозможное. Самое важное в этом заявлении, которое Иешуа говорит, что всякий верующий в Него не погибнет, но будет иметь жизнь вечную, в том, что каждый человек приглашается, и нет исключения. Он не говорит только иудеям. Вот интересно, что Иешуа говорит, я пришел к своим. И Бог послал Мессию в свой народ. У него мама была еврейка, обрезанной по правилам, все как нужно. Тору читал, приходил в синагогу. Но он никогда не сказал, что я пришел только ради вот этой маленькой горстки искателей Бога, евреев, живших в иудейской пустыне, как раз возле самого глубокого падины на земле, самой низкой точки на земле, у мертвого моря, там маленькая кучка евреев, вот для них я пришел, все остальные не в счет. Он говорит, всякий, кто поверит в Него, каждый, кто будет верить того, кого послал Бог. Базовый принцип религий – дела. Мы так устроены. Поверьте, мы так устроены. Даже если мы поссорились со собственной женой или мужем, где-то мы сделали какую-то бяку, да? Мы сразу ищем себе оправдание в законе. А закон простой. Как, помните, из фильма? Женщине – цветы, детям – мороженое. Законно. И сразу мир приходит. Мы так устроены, чтобы искать примирение с Богом. Каким-то образом, чтобы получить, если не спасение, хотя бы какое-то благоволение, чтобы у нас все было хорошо. Чтобы не наказал. Если вы спросите у религиозного человека, который практикует шахарит, молитвы по утрам, полагает тфилин, намаз, там еще всевозможные воскурения, да, бить себя в грудь. Какие-то такие дела делать, чтобы каким-то образом примириться. Если вы спросите у этих набожных людей, которые праведны, а ты уверен, что делая это, ты попадешь на небо? В ответ будет простой ответ. Богу известно, куда я попаду. Богу известно. Одному Аллаху известно, что будет завтра. Но Иешуа заявляет следующее. Послушайте, я обращаюсь сегодня к людям, может быть, где-то у вас дисбаланс в голове где-то находится. Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий, пославшего Меня, имеет
жизнь вечную. И на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Воля, пославшая меня, есть та, чтобы всякий видящий Сына и верующий в Него имел жизнь вечную. И я воскрешу Его в последний день. Он говорит, я, как Бог, буду воскрешать Его в последний день. Истинно говорю вам, верующий в Меня, дела, которые Я творю, и Он сотворит. И больше сотворит, потому что Я иду к Отцу. Я иду к Нему. Всякий верующий в Него не постыдится. Вы знаете, еще есть более четкие послания, которые говорится в Евангелии от Иоанна. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божьего. Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Возможно, вы не согласны с тем, что говорил Иешуа, как он учил. Вы можете и имеете право не соглашаться с тем, как он учил. Но мы не можем его поставить в одну лесенку с другими религиозными деятелями. Он не вписывается туда. Он не вписывается в эту линеечку, кто из них лучше. Потому что даже на земле, в иудаизме, он кинул вызов. Он единственный, кто исполнил закон, указав на его несовершенство. Так как человек выполнить написанное в полноте не может. А что Бог написал, которое он дал закон, он сам его исполнил. Через этот закон оправдываются все те, кто верят в него. Потому что Бог воскресил его из мертвых. Конец закона Мессия – это упование наше. Иешуа – единственный, и у Бога нет другого плана, нет других правил искупления. Иеремия 9.11, один из любимых пророков в иудаизме. «Ибо только я знаю намерения, какие я имею у вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущее надежду». Вот полагаю на сегодня камень преткновения, камень соблазна, но всякий верующий в него не постыдится. Павел, рав Шаул, цитирует Исаия, 28 главу. «Крест позора стал местом усыновления для каждого из нас, местом примирения. А мы проповедуем Мессию распятого. Для иудеев это соблазн, а для еллинов, то есть для неверующих, это безумие. Для самих же призванных и иудеев, и еллинов, Христа Бога, Божью силу и Божью премудрость». Как я уже говорил, сегодня вы станете свидетелями божественной церемонии, отображающей идею Божьей любви к нам и желание Творца быть с Его творением. Хупа – не просто законная церемония соединения двух сердец, но наглядное пособие, как Бог любит всех нас. Картина искупления и единственное восстановление человека с Богом. Ефесянам 5:25 говорит, «Мужья, любите своих жен, как Мессия возлюбил свою общину и отдал себя за нее». Говоря об Иисусе, как единственном ответе для человечества, я ни в коем случае не выгораживаю христианство как идею единой религии, которую Бог избрал для примирения с Ним. Абсолютно. Услышьте меня, пожалуйста. Я не выгораживаю христианство как религию, которую Бог избрал для примирения с собой. Я выдвигаю Мессию единственным искуплением для нас. Не христианство, а Мессия. В традиционном христианстве вы достаточно встретите богобоязненных людей,
которые чтут религию, которые сомневаются в своем усыновлении. Дети они Божьи, не дети. Они сомневаются, они спасены или не спасены. Они сомневаются, что их имена написаны в книге жизни, где на Йом-Кипур мы, как евреи, мы молимся к Богу, чтобы наши имена были записаны в книгу жизни. А Иешуа говорит следующее: не радуйтесь тому, что бесам повинуется, а тому, что ваши имена написаны у сейчас, они написаны на небесах. Мы должны в это верить, если мы исповедуем. Как бы уверены в правильном выборе? Я прочитаю вам один отрывок, который мне прислали по интернету. История. Это история, это как притча. Но в ней заключены интересные фразы, которые заключают то, что я сказал. Один судья по исповеданию мусульманин позвал в гости христианина по имени Ава. Ава – это отец на иврите. Ну, наверное, мессианский был, я не знаю. Который там работал, на тех местах. Он был человеком уважаемым. Угостил его ужином и спросил: скажи мне, мудрый человек, вот я судья, я мусульманин, и стараюсь жить по законам. Я честно сужу, не беру взятки, кормлю бедных, молюсь, соблюдаю посты, выполняю всю волю Аллаха, так неужели я не буду наследовать царство? И аргумент. Ава отвечал ему: скажи мне, уважаемый, у тебя дети есть? Есть, ответил судья. А слуги есть? Конечно, слуги есть. А скажи мне, кто слушает тебя больше, слуги или дети? Спросил старец. Слуги? Слуги лучше, они каждое мое слово ловят, во всем угождают и стараются делать так. А дети часто строптивы, не слушают меня, своевнавны, своевольничают, отвечал судья. Старец следующий вопрос задает: а скажи мне, когда умирать станешь? Кому свое добро ставишь? Детям или слугам? Конечно же, детям, воскликнул судья. Так вот, и с Царством Божьим. Ты можешь быть идеальным слугой, но наследство получит сын. А усыновление приходит только через Иешуа Мессию, через Иисуса Христа. Говоря об этом, хочу обратиться ко всем, кто, может быть, где-то сомневается в своей вере. Может, где-то вы пересеклись, где-то вы поколебались, и вы, может быть, не совсем уверены, где этот путь, и вы пытаетесь найти другие пути. Посему Бог превознес его и дал ему имя превыше всякого имени. И когда мир по своей мудрости не познал Бога, премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих. Как я сказал, для иудеев это юродство, да, такое. Для всех остальных это безумие. Кто-то пришел и умер за всех остальных. Я бы хотел, чтобы мы, перед тем, как начнется наша церемония, а буквально она начнется через 5-7 минут, если невеста с женихом уже есть. Мы, кажется, их чуть-чуть позовем сейчас. Я бы хотел, чтобы мы преклонили наши головы. И если это послание кому-то коснулось, кого-то коснулось, я не буду говорить: давайте, выходите вперед, мы за вас помолимся. Вы наследуете Царство Небесное. Я хочу вам сказать простую вещь. Вот этот призыв, который в вашем сердце о выборе, он ваш. Он не мой. Я свой выбор сделал. А что до меня, я и дом мой, мы будем следовать за Богом. И я буду делать все усилия, чтобы мой дом был спасен. У тебя выбор.
у тебя в твоем языке есть жизнь и смерть. Ишуа говорит, те, кто будет исповедовать меня перед Отцом, то есть говорит, ты мой Мессия, ты мой Избавитель, ты один, единственный путь к Богу. Ишуа говорит, я того буду исповедовать перед Отцом моим Небесным. Это ваш выбор. Много путей, много религиозных исповеданий, но я верю, от начала, от бытия, от Барашит, до сегодняшнего дня и дальше, один путь, одно спасение, одна тфила, и это Ишуа Мессия. Когда меня иудеи иногда спрашивают, что я должен стать христианином, я должен теперь быть, как многие христиане, пренебречься всеми теми уставами и устоями, которые мы привыкли. Я задаю вопрос, а ты веришь, что Он Мессия, обещанный Израилю? Если это да, то этого достаточно, чтобы спастись. Не дела и не твое членство, религиозная обрядность дают тебе спасение. Я даже вам больше скажу, даже не хупа, которая будет здесь, и молодые люди станут под нее, будет залогом ихнего счастья. Многие думают так, придем под хупу, и Бог нас благословит. Как люди, мы делаем так, как Писание говорит, мы благословляем даже врагов. Да или нет? И хупа не спасает. Центром всего, центром любой семьи является Машиах. Примиритель. И только любовь, которая излилась в наши сердца и Духом Святым, и вот часть нашей жизни, помогает нам сделать следующие шаги к примирению в семье. И об этом буду говорить. Давайте помолимся. Тот, кто хочет обратиться к Богу, просто положи свою руку на сердце и обращайся к Нему. Скажи Ему то, что ты думаешь. Может быть, о чем-то сожалеваешь. И хочешь изменить свою жизнь? Просто пригласи в свою жизнь Его. Ни один религиозный лидер не умер. Даже Бааль Шем Тов, который является отцом хасидизма, умер собственной смертью. Ни один лидер не отдал свою жизнь за людей. Поэтому я считаю, что он истинный Машиах. Многие пророчества не исполнились, потому что еще и весь время. Но сейчас время молитвы. Авину Шебашимаем, Отец Небесный. Я благодарен, Господь, что в этот мир Ты привел меня и каждого здесь, и тех, кто придут еще после нас, и кто были до нас. Ты предоставил вечное спасение в лице Ишуа Мессии. Спасибо Тебе за это. И как в старые времена, когда люди, когда наш народ, он согрешал, и нужно было приносить жертву за грех, мы верили в постановление, данное Мошей, мы приносили в жертву невинное животное, но мы верили, что Ты прощал наши грехи. Но жертвы и крови, и все сожжения Ты не захотел, но приготовил тело Мессии, чтобы Он взял грехи мои на Себя. И сегодня для меня тоже нужна вера, чтобы верить в то, что говорил Исаия. Кто поверит от нас? Кому открыта мышца Господня? Кто? В это сложно поверить, но нужна вера. Я прошу Тебя, Господь, чтобы Ты положил в наши сердца утверждение истины, что Ты есть путь, истина и жизнь, и никто не приходит к Отцу, как только через Тебя. И если здесь те есть, которые осознают это, яви им свою милость, свое чудо, подтверждение и измененную жизнь. И Тебе слава, Тебе честь и хвала за все.
Бешем Ишуа Машихейну. Амен. Амен. А теперь у нас хупа. Ой! К этому мы стремились, друзья. И я очень прошу, как бы так, извинения, если я немножко задержал. Я знал, что мне нужно говорить об этом, потому что есть возможность всем сказать. Но, опять же, мы говорим о хупе. Мы объясним что-то такое. Ой, маленький домик, теремок, покрывало. Это тот маленький дом, прообраз дома, куда зайдет сначала жених, а потом невеста. Это картина, которая открывает любовь Бога к народу. И во многих вещах вы увидите ту любовь Отца, которая была явлена в Ишуа Мессии. И мы к этим маленьким вопросам подойдем. И даже вся церемония, она очень-очень иудейская, еврейская свадьба. И вы увидите в них эти искорки будущей жизни. Амен. Итак, у нас есть церемония. Жених есть? Женщины сказали, конечно, ну понятно. А жених и есть? Есть. Невеста есть? Кто видел? Кто одевал, тот и видел, да? Очень интересное начало. Написано, что при звуке трубы, подождите, не трубите, а то, знаете, постой паровоз, не стучите колеса, кондуктор, нажмите на тормоза. Меня засосала еврейская община. Ой. Очень важно, потому что на Йом-Кипур мы трубим, на Рош-Ха-Шана мы трубим. Мы трубим о том, что мы должны быть готовы к встрече с Всевышним. Это как бы призыв пробудиться. И это правильно. Если вы придете к нам на Рош-Ха-Шана 8 сентября, вы все услышите и увидите, как мы трубим. Но здесь идет призыв, чтобы мы встречали жениха. Мы видим это из Нового Завета. Жених задержался. Я проповедовал, он стоял. Он задержался. Кто-то уже устал, хочет уйти. Похоже на 10 дев. Это мудрые и не очень. Кто-то хочет воды заправиться. Но он задержался. При звуке трубы он выйдет. Откровение Иоанна говорит, что при звуке трубы придут ангелы. Машиах вернется. Он вернется. Это прообраз. И мы будем призывать. И дух, и невеста говорят, приди, Господи, да? Итак, я говорю фразу, с которой начинается наша церемония. При звуке трубы выйдет жених из чертога своего. А мы давайте встанем. Поприветствуем. Не спеши, не спеши. Не переживай, я знаю, что ты красивый у нас. Вот он пришел, жених. Мы можем встать прямо сюда, под хупу. Да? Очень интересно. Но когда невеста зайдет, ведь всем хочется увидеть, какая невеста. Знаете почему? Потому что мы хотим видеть себя чистыми, красивыми. Мы хотим быть достойны, потому что ничего не чистого и не святого туда не зайдет. А знаете почему? Потому что вот этот красивый человек, юноша, так долго ждал этой не только церемонии, этого часа. Всевышний ждет, чтобы все человечество покаялось. И он придет, он возьмет свою невесту. Но сейчас этот прообраз перед нами пройдет, чтобы мы вспомнили, что мы его невеста, его народ, мы избранные.
И Он пришел, чтобы нас очистить. Итак, когда придет невеста, я хочу, чтобы ее встретили не так, как, знаете, горько идет. Идет она, не знает, куда она идет. В эту семью, сколько будет страдать, сколько у нее будет еще того всего. Дайте ей радостное мгновение, чтобы мы возрадовались. При звуке трубы выйдет невеста из горницы своей. Сильно волнуется, поверьте мне. Ок. Итак, вы скажете, жена как юла вокруг него. Так оно будет. Жены, они всегда за мужьями ухаживают. Да? Ну, если это правильные жены там. И она сделала семь кругов, как часть, знаете, смирения. Бог есть благословение, да, и слово Елизавета, да, если кто знает, или Шева, означает Бог идеален, то есть Бог семь. Это слово идеальное. Поэтому идеальное то, что она сделала свое подчинение будущему мужу. Итак, у нас первый бокал, который мы, где он? У нас полный, да. Мы открываем нашу церемонию, это называется Бруха. Благословен ты, Господь, Бог наш, Царь Вселенной, давший нам плод виноградной лозы. Амин. Чуть-чуть. Я понимаю, уже пересохло в горле, пока я шел. Давайте я приподниму. Вкусно пахнет. Цветы имею в виду. Итак, у нас церемония открыта. Друзья, присаживайтесь. Олег и Эля решили вступить в законный брак на основании Священного Писания. И это его, их право. Возьмите секунду, поддержать. Это их право перед Всевышним, перед общиной, потому что так говорит Писание. Бытие Бараши, 2 глава, 18 стих говорит: «И сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственно ему». Ты понимаешь, что ты была сотворена соответственно ему? Ой, молодец! И настоящая еврейская жена. Я все знаю. С книги Сираха говорит так. Приобретающий жену полагает начало стяжанию. Приобретает соответственно ему помощника, опору, спокойствие своего. Задумайтесь в эти прекрасные слова. Приобретающий жену, то есть не покупает, хотя там будет элемент выкупа, так и будет у нас. Он полагает начало с того, чтобы собирать все домой. Пока мы не женаты, у нас есть друзья, и все, что мы зарабатывали, мы пускали на друзей, на хорошо, на так вот, знаете, чтобы еще заработаю. Но когда ты уже приобрел жену, ты понимаешь, что теперь нужно все нести домой. Потому что спросит, где твоя зарплата? Она типа почему? Потому что он приобретает себе, соответственно, ему помощника. Другими словами, она будет тот, кто говорит, где зарплата. И они будут вместе собирать на то, чтобы купить. Нужно будет договариваться. Ой. Уже все. После вот этого уже глазки закладывать нельзя.
Вообще-то как бы так, хочу спросить, это она или нет? А? Хочешь проверить? Проверяй, потому что Иаков тоже так женился, утром встал, а там другая. Итак? Она. Она! Друзья, точно это она! А это значит, что нам нужно за это выпить. Слушай, это... Второй бокал. Это церемония, извините. Это уже начало, а это уже само вот, слова благословения, высвобождения того, чего мы больше всего ожидали. И если это она, а это она, правильно? Ты только одна. Ну, не знаю, у людей бывает отвалиние личности, когда вот одна на свадьбе, а дома уже другая. Ты же понимаешь, да? Пускай у вас такого не будет. Это та. Баруха та Адонай Элохейну Мелех Олам Боре Прегагафен. Благословен ты, Господь Бог наш, Царственный, дающий нам плод виноградной лозы. Амин. Хорошо? Плод виноградной лозы. Возьмите. Если мы начинаем уже всю церемонию, наверное, будет важно, чтобы понять, что в еврейской культуре есть нечто, что связано даже и вот с традицией. Это выкуп невесты. Как там говорят? Так, не выкуп, а... Как? Нет, а такой восточный термин. Кто-то Калым, кто-то еще сказал? Окей. Okay. Что бы то ни было. Правильно. Но он не соответствует тому, что он делает. Маленький гешеф всегда должен быть. Она особо 10. Ты поторговался хоть, нет? С родителями, я заведу, с ее родителями. Договорился? Иди договаривайся. Почему это происходит? Это символически. Написано, что Машиах искупил нас, выкупил для себя. Умер и воскрес. За его жизнь дали 30 серебряников, чтобы мы были свободны. Он дает выкуп, чтобы ты была свободна. Мама, папа, вы понимаете, что вы сделали? Да? Претензии уже нельзя выдвигать. Кому выдвинешь, да? Там уже стена. Иди сюда обратно. Я помню, что ты хочешь стать их семьей. Надо сюда становиться. Еще успеешь поехать в гости. Претензий нету. Послушайте, важный принцип. Если мы понимаем, что Машиах нас искупил от греха и власти греха, мы стали его частью, его собственностью, потому что ты собственность будешь его. Я знаю, это грубо звучит, но это так. У нас все включается чувство собственности. До свадьбы мы друг друга любим. Хорошо, все такое. Только женились, и чувство, он никуда не денется. Она никому больше не нужна, кроме меня. Чувство собственности сразу пробуждается. И здесь собственность в чем? Что выкуп сделан. За нас заплачено. И у дьявола нету претензий к нам. Мы ошибаться можем, но если мы раскаиваемся, мы приходим к Богу, претензий у нас нету, ибо он является ходатай. И если у мамы с папой будет какая-то претензия относительно, как и дочку и с ней обращается, он может сказать спокойно: вы свое получили. Тихо, ша. Иешуа так же само. За все заплачено. Ибо он ходатай Нового Завета перед Всевышним. Это картина, которую мы вам показываем. У нас сегодня будет хорошее время. И чтобы это закрепить перед всеми, вы хоть кольца купили? Она поняла, я не покупала. Правильно сделала. Правильно, дайте кольца сюда. Потому что
когда Авраам послал за Ривкой, то дал все. Понятно, да? Подождите, подождите, не спешите. Здесь очень интересные слова есть. Когда жених одевает кольцо на руку своей невесты, будущей жены, иудаизм на указательный палец, чтобы она могла сказать, ты смотри у меня. У нас как бы принято вообще здесь, в постсоветском пространстве, на тот, который подчинен, не самый маленький, но не самый большой, на тот, который друг другу уступает. И словами, которые мы делимся, они очень просты. Будешь полагать на кольцо на руку, будешь говорить такие слова. Этим кольцом я беру тебя в жены по закону Моше и Израиля. Этим кольцом я беру тебя в жены по закону Моше и Израиля. Он взял тебя в жены. Он приобрел тебя. Но что интересно, невеста не может сказать, я беру тебя в мужья. Как будто за пазуху взяла. Она говорит другие слова, которые важны в провозглашении, потому что то, что мы исповедуем, оно становится реальностью, если мы в это верим. Невеста, одевая кольцо на палец мужу, говорит, ты будешь мне мужем. Поэтому одевая, говори, этим кольцом. Будешь мне мужем по закону Моше и Израиля. Немножко другая история, правда? Притчи 31 глава с 10 по 31 стих. Мы это читаем каждый раз в шаббат, на эров шаббат, когда мы молимся за наших детей, за наших близких, за родных, особенно за жену. Мы провозглашаем этот псалом. Я хочу прочитать его, чтобы вы слышали, как это должно быть. Кто найдет добродетельную жену, кто найдет добродетельную жену, цена ее выше жемчугов. Ты веришь? Но когда к тебе придут и скажут, где ваше золото, не говори. Элочка, тебя зовут. Цена ее выше жемчугов. Уверено в ней сердце мужа ее. И он не останется без прибытка. Ты слышишь? Ты услышишь эти слова, что тех, кто выходит замуж, тех, кто женится, особенно мужья, вы не останетесь без прибытка. То есть у вас будет всегда гешефт. У вас всегда будет выход. Кто-то качает головой, да, но все равно это счастье. Вы приобретаете. Она воздает ему добром, а не злом во все дни жизни своей. Доколе ты жива, ты должна улыбаться и говорить, добрый день, мой хороший. Добывает шерсть и лен на 7-м километре. С охотою работает своими руками. Фотографии делает. Молодец. Очень хорошо. Она, как купеческие корабли, издалека добывает хлеб свой. Она встает еще ночью и делает кофе, чтобы проснуться. Раздает пищу в доме своем. Конечно, урочно служанкам своим, работникам. Задумает она о поле и приобретает его. От плодов рук своих насаждает виноградник, припоясывает силу чресла свои, укрепляет мышцы свои. Она чувствует, что занятие хорошо, светильник ее не гаснет и ночью. Протягивает руки к прялке, и персты ее берутся за вертено. Длань свою она открывает бедному, и руку свою подает нуждающимся. Не боится стужи для семьи своей, потому что вся ее, семья ее одета в двойные одежды. Здесь написано, вот, она делает ковры и весоны, пурпур и одежда ее. Муж ее известного род, когда сидит со старейшинами земли. Она делает покрывало, продает пояса, доставляет купцам финикийским. Крепость и красота одежды ее весело смотрит она в будущее. То есть весело-то смеется в будущее. На иврите там говорит, смеется, просто хохочет, потому что она знает, что ее ожидает. Делая все это, ты можешь предвидеть то благословение, которое тебя ожидает. Уста свои открывает с мудростью, кроткие наставления на языке ее. Фима, домой.
Нет. Нет. Или там, когда у вас дети будут, Йося, домой. Мама, что холодно? Нет, ты кушать хочешь. Она делает, она открывает уста свои с мудростью. Наблюдает за хозяйством в доме своем и не ест хлеба праздности. Послушайте, встают дети и ублажают ее. Муж и хвалит ее. Говорят такие слова. Много было жен добродетельных, но ты превзошла всех их. Миловидность обманчива, красота суетна, но жена, боящаяся Господа, достойна похвалы. Достойна похвалы. Я думаю, что у тебя найдется во всей твоей жизни столько слов, чтобы сказать, как ты ее любишь, насколько ты ей дорожишь. Все те слова, которые будут изливаться от твоего сердца, не без препятствий в доме, не без каких-то ситуаций. Всегда что-то происходит. Но помните, добрый человек из сокровища своего сердца выносит доброе. Мы сейчас зачитаем Ктубу. Это некое письмо, которое делается между мужем и женой, но отдается мужем, жене, как залог ее заботы. Или как... В иудаизме это как бы письмо заранее, чтобы не расставались, как бы делается так, чтобы ему было больно расставаться со своим добром, чтобы он не развелся, понимаете, да? У нас нет такой привычки в мессианской общине, чтобы укатывать мужа на то, чтобы отдал все, чтобы только мозги никто не пилил, да? У нас нет такого, у нас нет такого письма разводного. Но хочу, чтобы вы услышали, что написано в этом письме, которое мы сделали. Супружеский договор. Я, Олег, сын Юрия, по закону Моше и Израиля беру тебя в Елизавету, дочь Михаила, Евелина, извините. Элишева. Ты Бог идеален. Евелина, дочь Михаила, в жены. Перед лицом неба и общины я обещаю любить тебя, как Мессия Иешуа любит свою общину, заботиться о тебе и наших детях, во всем являть пример, как любящий муж и заботящий отец. А ты, Эвелина, дочь Михаила, согласна стать твоей его женой и быть послушной, как община послушна Богу, заботиться о доме и детях, во всем являть пример, как любящая жена, верная помощница и заботливая мама. Есть простые слова, которые будут напоминать им об этом торжестве. Вы согласны с этим? Да. А ручка есть подписать? Есть. Я знаю, что у вас и две ручки есть сейчас. Есть. Да. Да, будет одна ручка. Так, вы готовы подписать? Тогда мы подпишем прямо здесь. Это жених написано, видишь? Так, невеста. Молодец, отойдите, я хочу расписаться. Свидетели. Ну, конечно, я же закреплю своей росписью здесь все. Это не ЗАГС. Итак, ты можешь подарить это своей супруге. А мы продолжим. Третий бокал, и он завершающий. Перед тем, как произнесем Шива Брахот, сокращенно. А теперь нужно будет пить все. Вы можете поделиться сразу пополам, как хотите. Окей? Баруха та Адонай, Элохейну мелех ха-олам, боре прегаф. Амен.
Кто-то кричал бы, пидано, пидано. Но мы сейчас встанем на наши ноги, помолимся. И я бы хотел, чтобы, наверное, и родители вышли, чтобы произнесли свои благословения в жизнь обоих. Если у вас нет слов, как выразить, я знаю, что вы можете сделать очень просто. Когда мой папа, будучи неверующим в Бога, пришел на нашу свадьбу, где было 400 человек, может, как... Он посмотрел на все это и говорит: «Боже, если ты есть, то благослови их». Так просто. Вот это такие, да? Да, родители тоже, если вы можете, пожалуйста. Я хотел бы то, чтобы вы тоже вышли. Я хотите, я знаю, что вы хотите. Но, как говорят в Одессе, лучше деньгами, да? Это мы сделаем еще, поверьте. Я бы хотел, чтобы мы помолились, я передал бы Авину Шебашимаем в этот торжественный час. Мы просим не только твое присутствие, ты уже здесь. Вот твое единство в них и в родителях, чтобы то благословение, которое они имеют на своих устах, стало ихним парусником жизни. Вдохновляло их идти вперед, совершать удивительные, невероятные вещи, чтобы ты во всем прославился. Дорогой, любимый мой отец, я благодарю тебя, что до сего места ты мне сохранил, дал жизнь. Благодарю, что нашел меня в этом мире, Господи. Благодарю, что явил свою любовь и милость, Господь. Оправдал меня, Господь, своей святой кровью, Господь. Благодарю, что мне в свое время послал мужа моего, Господь. Даровал мне семью, сыновей, детей. Господи, сейчас в этот момент, Господь, мы собрались и призываем Твое святое имя, чтобы Ты благословил сам наших детей. Прошу Твоего отцовского благословения, потому что без Тебя мы не можем дышать, жить, ничего вообще не можем. И знаем, что Ты единственный заинтересованный в нас. Я знаю, что Ты хочешь благословить. Прошу Тебя, Господи, благослови Олежку, Евелину, Господь, их семью, Господи, где бы они ни ходили, где бы они ни были, чтобы они всегда призывали Твое святое имя, свою жизнь, чтобы они могли свою семейную жизнь строить на Твоем основании, Господь, на Твоем святом слове, то, что Ты хочешь в их жизни, Господь, чтобы они любили Тебя, чтобы они служили Тебе, посвящали свою жизнь Тебе, Господь. Благослови, пожалуйста, мы просим во имя Иисуса Христа. Аминь. Милосердный любящий Отец, я тоже хочу присоединиться к этому благословению наших детей, Господь. Ты дал их нам, Господь, Ты сейчас их соединил вместе. Мы очень просим Тебя, Господь, своей святой рукой, прибудь над ними, веди их по жизни, Господь, разрешай их вопросы, Господь, благослови их, просим Тебя во имя Иисуса Христа. Аминь. Ваши слова. Я хочу пожелать нашим детям, прежде всего, чтобы они друг друга понимали, любили, чтобы это ихнее чувство, которое сейчас переполняет их, принесли через всю свою жизнь и подарили все свою нежность, ласку и любовь еще своим деткам, и чтобы у них всегда все было в жизни дружно и мирно, и чтобы у них никогда не было никаких разногласий, и чтобы про нас тоже не забывали, мы все-таки родители. Конечно. Родные мои, любви и только взаимопонимание. И тогда у вас все будет замечательно. Вы друг от друга зависите. Просто друг от друга. Потом будет, но это будет потом. Давайте мы все подтянем наши руки к ним. Авину Шебашимаем, Отец Небесный, благословенно имя Твое. Ты, который создал человека по образу подобию своему, Господь сказал, нехорошо быть им одному. Ты, Господь, соединяешь сердца. Мы просим, чтобы радость и веселье восторжествовали. Чтобы, Господь, сказали, чтобы радуйся, бесплодно, ибо пришли дети Твои. Радуйся, веселись, ибо свет Твой воссиял. Пускай благословения Авраама, Ицхака, Иакова будут в этой семье, и пускай Твое благословение останется. Евехеха Адонай ваишмагеха, Евехеха Адонай панавелеха, Вихунеха, Иса Адонай, Панавелеха,
Всемлеха шалом. Шем шумашахейну. Амин. Можете присесть. Я последнее наставление даю из Брихаташа, Новый Завет. Мы верующие люди. Мы понимаем, как нужно себя вести. Но все-таки, перед тем, как мы сделаем последний шаг, который в церемонии, я хочу сказать. Симон, Петр пишет в своем послании. Так же и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы тех из них, которые не покоряются слову, с житием жен своих без слов приобретаемы были. Когда увидят вашу чистую, богобоязненную жизнь, да будет украшение вашим не внешнее плетение волос и золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенно все этот человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом. Так как некогда и святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя, повинуя своим мужьям. Так Сара повиновалась Аврааму, называя его господином или Адони. Это нормально в Израиле так сказать. Вы, дети, если делаете добро, не смущаетесь, нет какого страха. Также вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследникам благодатной жизни, дабы не было вам препятствий в молитвах. Наконец, будьте все единомысленны, сострадательны, братолюбивы, милосердны, дружелюбны, смиромудренны. Вот в конце концов, вы должны быть мудры. Потому что муж есть глава жены, как и Христос, Мессия, глава церкви, общины. Он же и спаситель тела. Но как община повинуется Мессии, так и жены повинуйтесь мужьям своим. Мужья, любите своих жен, как Мессия возлюбил общину, предал себя за нее, чтобы осветить ее, очистить баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славную общину, не имея пятна, ни порока, ни чего-либо подобного, но дабы она была свята, непорочна. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя. Вы понимаете, да? Это важно понимать. Небольшое наставление от меня. У вас много может быть ситуаций, которые приводят к разочарованиям, либо, может быть, недопониманиям. Но если центром будет Слово Бога, Его Тора, Его обещания Мессии, ваша жизнь может измениться и будет меняться. Однажды я читал интересную статью. Еврейская статья одного человека, который называется «Секрет счастья». Он же еврей, владелец самой знаменитой пекарни в Германии. Часто говорил: «Знаете, почему я сегодня жив? Был еще подростком, когда нацисты в Германии убивали безжалостно евреев. Нацисты отвезли нас поездом в Аушвиц. Ночью в отстойнике был смертельный холод. Нас оставили дни напролет в вагонах без еды, без кроватей, а значит, без возможности как-то согреться. Всюду шел снег, холодный ветер, морозил нам щеки ежесекундно. Нас было сотни людей в те холодные и ужасные ночи. Без еды, без воды, без укрытия, кровь замерзала в жилах. Рядом со мной был пожилой еврей, очень любив в моем городе. Он весь дрожал и выглядел ужасно. Я обхватил его своими руками, чтобы согреть его. Обнял его крепко, чтобы отдать немного тепла. Растер ему руки, ноги, лицо, шею. Я умолял его остаться в живых. Я ободрял его. Таким образом, я всю ночь согревал этого человека. Я сам был уставшим и замерзшим. Пальцы окоченели, но я не переставал массажировать тело этого человека, чтобы согреть его.
Так прошла ночь, много часов. Наконец наступило утро. Солнце начало сверкать. Я взглянул вокруг себя, чтобы увидеть других людей. К своему ужасу. Все, что я мог видеть, это были замерзшие трупы. Все, что мог слышать, это была тишина смерти. Морозная ночь убила всех. Они умерли от холода. Выжили только два человека. Старик и я. Старик выжил, потому что я не давал ему замерзнуть. А я выжил, потому что согревал его. Позволишь мне сказать секрет выживших в этом мире? Когда ты согреваешь сердцем других, тогда и ты согреешься. Когда ты поддержишь, укрепляешь и вдохновляешь других, тогда и ты получишь поддержку, укрепление, воодушевление в своей жизни. Дорогие, это секрет жизни. Вдохновлять, согревать и не дать возможности замерзнуть. Замерзнуть в отношении с Богом. Замерзнуть и стать, как этот мир, мертвым. Мужчина должен есть и пить меньше, чем ему позволяют средства. Одеваться так, как ему позволяют средства. Уважать жену и детей больше, чем позволяют ему средства. Это значит, что человек должен прилагать все усилия, чтобы его семья была счастливой. Я бы мог бы много говорить, но в конце нашей церемонии самое сладкое – это мы разбиваем тот бокал, с которого начиналась эта церемония. Мы разбиваем бокал, из которого пили. Можно видеть, это красные остатки. В иудаизме означает вспомнить об Иерусалиме, что он был разрушен. У нас разбитие бокала имеет совсем другую ценность и смысл. Во-первых, плод виноградной лозы, или же вино, или сок виноградный, является напитком завета. И когда он выпит, это означает, что мы согласились идти вместе. Когда разобьется этот бокал, будет означать, что из него больше никто не выпьет. В твоей жизни не будет другого человека. И в твоей тоже. Невозможно будет склеить. А значит, невозможно других отношений. Согласны с этим? Итак, на три мы сейчас встанем. Мы крикнем «Мазал тов!». А после этого, как он разобьет, может спокойно, с душой поцеловать свою жену. Только так, как ты разобьешь. Только не промахнись, я прошу тебя. Готов? Подожди, я только на три, подожди. Раз, два, три. Мазал тов! Поцелую. И по традиции у нас небольшой эскорт на руках наших братьев на стуле. Мерседес мы не могли подогнать, и лимузин сюда очень далеко. Но зато то, что мы можем сделать на собственных руках, прокатить их в этом хоре радующихся людей, поздравлять будем, веселиться от родителей и от жениха с невестой. От мужа и жены теперь для всех нас там есть угощение. Итак, мы сначала порадуемся, воскликнем, поздравим. Если кто-то сфотографируется, это ваше право пойти к столу, благословиться тем, что мы имеем. Друзья, вы готовы? А где наша ленточка? Вы знаете, что это такое? Держаться, правильно, страховка. Это страховка, это безопасность такая, да? Как в машине едешь, чтобы, да? Но это нить, которая вас будет держать все вместе. Вера, чистота и надежда. Амен. Готовы? Раз. Садитесь.
Дорогие друзья, по времени мы просто не укладываемся, чтобы все сделать, как бы хотелось гулять всю ночь или 7 дней, как бы, да? На третий день в Кане Галилейской. То есть на сегодняшний день за этим самым, за, там у нас есть не Кана Галилейская, у нас там Куяльник, да? В вашей стороне. Ну, возле Куяльника будет еще продолжение свадьбы, там родительских, да? Но все равно. Кто хочет поздравить, подождите, кто хочет поздравить, пожалуйста, встаньте здесь, или вот лучше под хупом, здесь вот в начале хупа. Поздравляйте, благословляйте, и те, кто это самое, может угощаться. И большая просьба, по залу, дети, не разносить угощение, спокойно сели и так далее. А те, кто помогает нам убирать, могут потихоньку слаживать стулья, чтобы мы успели все собрать. Пускай Бог благословит вас. Yes.